الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوات. Как меня слышно? Оцените качество связи. Угу. Хорошо, Маша. Отлично. Так. Отлично. Так, давайте мы вспомним с вами, на какой страничке мы остановились. И хотела узнать, угу. И хотела узнать, кто сделал все задания, да? Давайте, кто сделал все полностью задания? Поставьте двоечку, те, которые на сайте, я имею в виду. Вот. Кто сделал полностью все задания, то запишу двоечку. Кто не сделал что-то, пишите количество уроков, которые вы сделали. Так. Семнадцать. Ну, у нас там вроде 17 было, нет? Угу. Так, ну я смотрю, что все, в принципе, кто это откликнулся. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Еще кто-то не написался. Сестры, кто еще не отписался? Личку я посчитала. А, да, ну еще кто-то есть. Значит, Манара, София, Зилия, Мсаид, Фарида. Малика, Разият, Амина, Умабдулла, Умьясмина, Умкульсум. Фируза, вы не отписались, да? Фируза. Фируза не написали. Так. Хорошо, значит, мы с вами остановились на, дошли до Бабу Марфуат, да, Бабуль Марфуат, иншалла, с него и начнем. По сути, у вас должно быть контрольное еще по глаголам, у вас есть возможность, иншалла, подготовиться и... Да, надо было здесь и написать, да, я говорила, кто сдал все, поставить двоечку, кто сдал все задания, кто не все, оставит номер урока, который закончили. Хорошо, альхамдулля. Когда будет контрольная? Ну, вот сейчас вы закончили, иншалла, контрольную мы сделаем не сразу, сейчас будем уже следующую тему, да, и вы просто повторите. И, возможно, на следующий раз, если возникнут какие-то вопросы, то есть вы повторяете, на следующий раз я жду от вас вопросы по темам фиаль, да, то есть все, что у нас было там связано с того момента, с которого мы начинали писать контроль, ну, писали прошлый контроль. Все это повторяете, ну, и первое тоже, да, то есть могут быть какие-то вопросы, и сначала книги просто... Акцент будет на вот эту вторую часть. Ну, где-то, наверное, через неделю напишем. То есть на следующей неделе я жду ваши вопросы, вы повторяете. Если вопросов не будет, все будет понятно, тогда напишем через неделю. Если будет там много вопросов, что-то надо будет вернуться, повторить, ну, тогда мы, может, еще на недельку продлим. Если вопросов не будет, это означает, что вы как бы все уже знаете, иншалла.
Хорошо. Так что предположительно через неделю, да, будет контрольный. Хорошо. Ну, контрольную пишут те сестры, кто сдавал. Я надеюсь, что сестры подключаются. Они тоже сдали уже все задания, которые на сайте. Да, уже к этому не буду возвращаться, потому что некоторые подошли. Хорошо, возьмем продолжение, иншалла. Следующая тема, да, то есть у нас была тема последняя, то есть связана была там с глаголами. И а сейчас следующая тема, она, по сути, интересная. Если у нас там было сначала, помните, мы разбирали, например, «исм», что он там бывает, например, в «рафа», да, там «фиаль», например, «мудари», и его брали «алямат», да, то здесь мы уже разберем в этом отделе не просто «исм», например, а какие части, например, предложения уже бывает «марфо», да, то есть понятно, «исм» — это какими, например, а в каком контексте они бывают такими, да, в каком состоянии, как бы, какие обстоятельства должны быть, чтобы это исм мог стать марфо и так далее, да, то есть тоже про другие там, например, фиаль мудари, то же самое, да, то есть какие обстоятельства. Посмотрим матн, что у нас в матне. Каля аль-мусаннифу, да, то есть автор сказал бабу марфуатиль асма. То есть здесь в данном случае отдел или имен, которые стоят в положении марфуа. Да, можно условно сказать, это именительный как бы падеж, да. Аль-марфуату саба'атун ваги. Таких марфуат, в множественном числе, да, то есть таких слов, которые стоят в положении рафа, есть семь. Ваги. То есть это следующие слова. Аль-фа'иль, валь-маф'ууль, аль-лази лам юсамма фа'илуху. То есть первое у нас... Сейчас я тут... Чуть-чуть мне неудобно, мышка у меня какая-то старая, потому что что-то сломалось у меня. Я в ремонт отдала. Это какая-то неудобная. Хорошо, ну, файл, да, это первое. Валь мафраулю лази лам юсамма файлюху. То есть это, по сути, мафрауль, этот... Найб файль еще его называют, да, найб файль. Мы разве не закончили тему? Пишет сестра, что мы прошлую тему не закончили. Мне казалось, мы все там закончили. Или я вам говорила... Ну, в принципе, мы же темы там проходили. Возможно, мы и араб что-то не смотрели. Лагуалем. Так, хорошо, продолжим здесь. Там потом, если будут вопросы, опять же, да, до вот этого момента, там вы будете рассматривать, если будут вопросы, зададите, и на следующем уроке я вернусь, если будет необходимость. Одну секундочку. Значит, второе у нас «аль-маф'уль», «аль-лази лам юсамма фа'илуху», да, то есть это «найб фа'иль». «Валь-мубтада ва хабаруху», да, то есть «мубтада» получается третье здесь. «Аль-хабар» — это четвертое. «Ва исму кана ва хаватиха», да, то есть у нас идет пятое, это имя. Кена.
ее сестер, да, то есть имеется в виду Кена, у нее сестры. Это отдельно будет, конечно, тема браться там про Кена, ее сестры, но, в общем, понятно. Уахабару инна уахаватиха, то есть это у нас шестая, хабар инна у нас Марфо, ее сестры, то есть которые к ней относятся. Вот табиу лиль Марфо, то есть идет однородные члены, которые следуют за Марфо, да, они их наследуют их и поддержат. Да, то есть это седьмое, то, что говорилось, что у нас их семь. И здесь идет продолжение. Вагуа арбату ашья. Имеется в виду, уже описывается от тебе. Да, то есть вот эти последователи в падеже, да, и в каких-то, могут быть, характеристиках. Анат или асифа, да, то есть это первое у нас идет. Алятов, второе. Ат-таукид, это третье. И аль-бадаль, четвертое. По сути, если они будут как табе идти, то есть эти слова тоже будут марфо. Да, потому что они будут следовать за, например, файл у нас пришел, и к нему идет сифа. То есть сифа должна быть тоже марфо. Или, например, идет там, ну, тот же файл, и к нему алтыф, то есть однородный какой-то член предложения приходит, или талкит, или бадаль. Да, то есть он совпадает с ним в падеже. Поэтому эти слова также будут марфо, но они под одну характеристику табе относятся. الشرح المرفوعات هي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله то есть نائب فاعل да то есть объясняется опять же والمبتدا وخبره то есть مبتدا и خبر его خبر к مبتدا который относится да مبتدا и خبر то есть получается جمله اسميه где المبتدا مرفوع и خبر тоже مرفوع اسم كان واخواتها خبر ان واخواتها وَتَابِعُ لِلْمَرْفُوعِ да, تَابِعُ لِلْمَرْفُوعِ فَمَتَ وَقَعَ الْإِسْمُ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ то есть, и когда имя стало в положении, или когда оно будет выражать одно из вот этого вышесказанного, да, как бы членом предложения, да, вот вышесказанным, если оно будет выступать, да, то его фахукмугу арафа, то его хукм, да, его положение будет арафа. То есть если у нас, например, муптада, мы всегда знаем, что муптада марфу, муптада не бывает мансуб, там, или если уже слово мансуб, то оно может иметь какое-то другое, другую роль в предложении, да, но не муптада, например, там, исим инна, допустим, да. Васатамуру бика муфасалятан, то есть да, то есть далее будет подробно каждый, в каждом разделе что-то браться, да, то есть вот эти все члены предложения, иншалла. Хорошо. То есть, по сути, это такое начало отдела, да, раздела следующего большого. Его такая вступительная часть. И на протяжении вот дальше у нас будет, например, бабуль фаэль, профаэль, все, какие у нас бывают. Потом будет отдельно каждая из этих частей, да, то есть они уже такие как большие темы, да, и араб, то есть мы увидим вот сам фаэль, большая тема, потом найбуль фаэль и так далее. То есть здесь в этом матне мы видим показывается, что в ближайших темах будем рассматривать. Только уже будет более подробно про каждую. До этого момента все ясно, сестры? Если ясно, поставьте единичку. Не ясно, двойку. Разъяснят неясного? Что именно? Найб файл, неясно. Найб файл это когда у нас идет фиаль мабни лиль маджгуль,
То есть этот пассивное состояние, пассивное, да, то есть идет, например, кутибаль китабу, да, то есть книга написана. И он называется, ну, далее мы будем про него говорить, да, это вторая тема. Он называется, ну, как бы его второе название. Аль-мафруль, аль-лади лям юсамма фа'илу, да, то есть мафруль, как, например, кутибаль-китаб, книга написана, то есть, по сути, кем-то, да, то есть кто-то написал книгу. И вот написано аль-мафруль, то есть, ну, как бы по смыслу, на самом деле, мафруль, у которого не был назван его файл, его действующее лицо. Он встает уже в положении, этот наиб файл, он встает в положении рафа, когда забирается действующее лицо. Алтыф — это ну, однородные, например, члены. Например, если я скажу «аль-китабу», «уаддафтару», да, «аля тауля». То есть «аль-китабу» — мубтада, а «уаддафтару» после «харф ля-атыф», да, после какого-то союза, оно будет такую же роль идти. Например, в русском это, как правило, они будут как однородные, например, там подлежащие от первой, второй, третьей, а в арабском чуть по-другому. Первое будет, например, мубтада, а второе будет разбираться уже не как мубтада, а как ему однородное предложение, ну, как бы, да, атыф через союз. Ага. Это предложение. Не поняла, то что. Еще понятно, да, то есть это, про это мы будем каждое подробно разбирать еще, просто чтобы вы поняли, да, про что это будет у нас, ну, такие вот в общем, в общих чертах. Хорошо, если есть еще вопросы здесь, давайте, нет, тогда пойдем к следующему, первому разделу, то есть у нас первое, что тут упоминали, это аль-фа'иль, да, аль-фа'иль, и первое у нас бабуль-фа'иль. Хай, то есть, по сути, подлежащее глагольное предложение. То есть, это действующее лицо. Обязательно в глагольном предложении, потому что если действующее, как бы, или ну, подлежащее в именном предложении, это как мубтада, можно сказать, да? А вот в глагольном это у нас фай, аль-фай. Здесь не как исм-фай, да? У нас еще есть такое понятие, как исм-фай, имя действия такое. Но это как файл, именно как связаны вот эти вот, видите, названия, они уже связаны не просто как какая-то часть речи, как, например, исм, да, или фиал, а это как уже часть предложения, по сути. То есть это члены предложения, которые вот здесь упомянуты, а файл, там, файл, муптада, хабар, да, то есть это уже члены предложения, а не какие-то члены речи. Каля аль-мусаннифу бабуль фа'иль. То есть, опять же, это уже матан, следующая часть идет уже про аль-фа'иль. Бабуль фа'иль. Аль-фа'илю гуа. И это обязательно, ну, как и все остальное. Еще, кстати, я напоминаю, что я там матан вас не спрашивала, но он подразумевался изначально, что его нужно было учить. Или, по крайней мере, знать все в нем, все слова, да? Бабу аль-фа'иль. Аль-фа'илю гуа лисму аль-марфу'. То есть фа'иль — это исм, да? То есть, во-первых, это какое-то имя. Помню, что у нас имя, да? Это как мы определяли как имя. То есть это то, что может быть как муснад. Помните, у нас было как одно из таких возможностей, как проверить имя, что про него можно в предложении составить, да, где он будет как бы действующим лицом. Здесь аль-исму аль-марфо, то есть если фа'аль — это имя, которое стоит в положении ар-рафа, аль-мазкуру каблягу фи'алюгу, перед которым упомянут его глагол. Это очень важно, да, потому что по сути, например, можно сказать дахаля Ахмеду, вот дахаля Ахмеду, да, глагол впереди, потом идет Ахмеду. То есть здесь мы можем сказать, что это фаэль. А если я скажу наоборот Ахмеду дахаля, уже
Фиаль стоит после Ахмед. Значит, уже Ахмед — это не фиаль. Хотя, ну, как бы смысл, по сути, одинаковый. Но разбор предложения будет по-другому. Значит, аль-марфу, аль-мазкуру, каблягу фиалюгу, да, упомянут перед ним его глагол. То есть имеется в виду глагол, которым, действие, которое выполняет этот фиаль. Вагуа аля кисмейн. И он бывает двух видов. То есть имеется в виду аль-фиаль бывает двух видов. Здесь тоже внимательно. Вагер, да, то есть проявленный внешне, да, то есть видимый. Уэль-мудмар. Мудмар, то есть в виде бамира, который приходит, в виде местоимения. Фаллагеру наху аулик. Вагер, видимый этот, на примере твоего... На примере твоего слова, да, или твоего выражения. Ама зейдун. Да, то есть ама, здесь пиаль. Зейдун, кто это сделал? Это действие, да, встал зейд. То есть зейд у нас здесь получается вот этот исм вагер, да, он видимый, отдельно стоящее имя. Вот этот отдельно стоящее имя, и будет у нас фаэль. Ваякуму зейдун. Вакама зейдани. Здесь внимательно смотрите. Ваякуму зейдун. Здесь просто глагол мубаря. Ваякуму зейдун. Да? То есть то же самое, только мубаря. То есть показывает, что можно и мубаря быть. Вакама зейдани. То есть стали два зейда. Здесь внимательно. Кама стоит, видите, в глагол в форме, как и в первом. Хотя здесь двойственное число. Ваякуму зейдани. Тоже встают. Два зайда. И внимательно, что вспоминаем, что признаком в двойственном числе, признаком рафа получается алиф перед нун, который, да, вот это алиф показывает, что это рафа. Уакама зайдуна. Тут у нас выходит то же самое, только показывает как множественное число. Если глагол впереди, у нас ама после него вот это видимое имя во множественном числе, а глагол остается в такой же форме. Ваякуму зайдуна во множественном правильном, да, у нас признаком рафа в мужском роде будет уау, и мы видим это на примере зайдуна. Вакама риджалю, да, тоже пример, то есть, по сути, просто вам примеры на разные слова даются, чтобы вы видели, как признаки здесь будут проявляться. Камер риджалю, то есть мужчины. Мы видим ламу здесь. Ваякуму риджалю. Встает мужчины в настоящее время. Вакамад гиндун, да, то есть гинд — это женское имя. Встала, уже перешли, там все на мужском роде было, теперь женский пример тоже. Камад гиндун, да, то есть мы видим, здесь гинд идет отдельно стоящее имя. Ватакуму гиндун, вакаматиль гиндани. Уэтакумуль гиндани. То же самое двойственное. Алиф здесь идет признак. Уэкаматиль гиндату. Здесь женский род, правильное множественное, идет. Дама показывается, да? Уэтакумуль гиндату. Уэкаматиль гунуду. Множественное число. Стоит. Уэтакумуль гунуду. То же самое дама. Дама здесь признаком является. Уэкаматиль. Ага, теперь перешли показать, как будет это Асмаль Хамса. Уакама ахука, уякуму ахука, уакама гулями. Значит, в Асмаль Хамса мы видим ахука и ахука. Признаком рафа у нас вау, которая перед вот этим слитным местоимением стоит. Так, теперь... Уакама гулями, да, гулями здесь показано тоже, будет там примеры объясняться, что слитное местоимение, да, у нас идет я, и поэтому мы не видим проявление этой рафа, потому что присоединяется я, у нас будет скрытая там голосовки. Уакуму гулями, уама ашбахадалик, да, и тому подобное. То есть здесь показали такие разные примеры, мы видим, где
можно увидеть так, различные примеры на разные проявления файлов. Так. Хорошо. Женский принимает, не принимает тенвин женский. Да, я сейчас обратила внимание, что здесь идет тенвин. Ну, наверное, это опечатка здесь просто. Да, я прошу хинду тогда. Имена собственные могут переходить с артиклем. Ну да, могут переходить с артиклем. Здесь оно идет в значении как бы конкретный. Бывает с артиклем приходит. То есть как бы конкретный. Ну, это не всегда, но такие вот могут быть выражения или такие случаи. Так, теперь то же самое идет с объяснением. Вот здесь уже посмотрим, да. То есть это, по сути, коротко то, что я вам уже сказала, что будет дальше. Ашархульфе, да, то есть идет объяснение. Та'рифу, во-первых, определение, логота, то есть языковое значение. Гуа мен ауджедаль фи'ля. Да, это тот, кто, по сути, совершил действие. Да, то есть кто совершил действие. Остыляхан, терминологическое, гуа лисму и морфоль мэдкуру кабляху фиалюху. Да, то есть исм, положение рафа, упомянутый перед ним его глагол, да, перед которым упомянутый его глагол. То есть это ну, нужно знать и то, и другое. Даже вот по-арабски как-то звучит, что это такое. Митальгу кама зайду, да, то есть пример. Кама, теперь и арабы здесь показывают, фиаль малды, да, то есть кама это фиаль малды. У нас идет, и как фиаль малды, мы там можем сказать, мабни аля фатах, ля махаллахум на лираб, зайдун фаилун, то есть зайдун уже фиаль, действующее лицо, он совершил вот это действие, кьям, как бы, да, вставание. Фаиль. Вагуэль исм морфо, можно просто сказать фаэль морфо, без вагуэль исм, ну или здесь тут написано вагуэль исм морфо, зукера абляга фиалюн, вагуэль мингу. Ну, это в арабе не обязательно говорить. Просто фаэль морфо, например, вагуэль мутарафа, абдамма вагир аля хириги. Здесь просто не объясняет, да, что перед ним упомянутый его глагол. Ну, понятно, что это уже в определении фаэля, вернее, мы сказали, что если перед ним глагол, то это фаэль. Тогда, ну, как бы масло масляное. Ну, для начала, просто чтобы вы обратили внимание, это упоминается. Так. Ануагу, то есть какие у нас есть виды, мы говорили, в мапне там упоминалось лагер и мудмер, да, то есть два вида. Это Захир и Мудмар. Мудмар. Видимый и такой в виде дамира. И первое, это Аль-Фаилю Аль-Захир. Да, то есть отдельно стоящим именем, так я его называю, то есть, который, чтобы легче было запомнить. Которое, конечно, после него, потому что фиаль в самом определении говорится о том, что фиаль стоит перед этим фаалем, да, поэтому... В принципе, в арабском языке не бывает таких глаголов безличных. Да, все глаголы имеют какую-то привязку к лицу, да, там, числу. В русском, ну, вот это типа инфинитив есть, да, неопределенная форма глагола, которая в арабском там за основу все равно берется в положении гуа в прошедшем времени, да, но все равно это связано с каким-то лицом, то есть, например, катаба, то есть он написал. В русском же писать, да, то есть писать это, ну, не он писать, не она писать, не они писать, да, то есть это просто как глагол какой-то не связанный с каким-то лицом, временем, да, просто инфинитивом. А в арабском же все имеет какую-то связь. И поэтому любой глагол у нас получается фаэль. В любого глагола есть фаэль. То есть если есть глагол в предложении, то у него, ну, в любом случае должен быть фаэль. Ну или наэб фаэль, если это вот, получается страдательный залог, да, такой. И он всегда будет
или в самом глаголе спрятан, соединен с ним, или идти после, то есть как именем. То есть, ну, обязательно он есть. То есть не может быть, что глагол в арабском языке и нету вот файле или на файле. Нет, такого не бывает. Значит, аль-фа'илю зохир. Что это? Вахуа юрфау билдамма. Да, то есть у нас аль-фа'иль зохир. Есть такие, которые встают марфуа. Мы выяснили, что у нас тема, в принципе, связана с марфуа, то есть все, что положение рафа, из него аль-фа'иль. И этот аль-фа'иль зохир может быть марфу, как бы его признаком дамма. Иза кана муфрадан. То есть, если это единственное число. Да? Ваджаа раббука. То есть, здесь у нас раббука, раббу. Мы видим дамму в конце. То есть, это будет в положении рафа. Здесь стоит и признаком дамма. Ау джама муаннасин салим. Да? То есть, у нас получается... когда женский род правильно множественное, например, ида джаакум аль-муминату, да, то есть мы видим аль-муминату, дамма в конце говорит о том, что это марфу, и это положение будет у нас здесь фа'ля, да. Или джама таксир, например, калатиль арабу. То есть тоже бу, здесь мы видим с дамой, это говорит о том, что это марфо, и дамма здесь проявляется. Ну, это уже мы видели там в общем, да, что эти имена, по сути, рафа у нас было в положении, когда какой признак, например, дамма, бывает там признак рафа в каких местах. И вот эти были упомянуты. Здесь они как бы дублируются, но с другой уже стороны. Также может быть марфо и признаком этого рафа может быть вау. Мы знаем, что это бывает. Иза кана джамат музаккарин салимен. То есть, если это множественное мужского рода правильным, ну, как бы оно правильное. Да. Например, каля л-хавариюна. То есть, здесь мы видим предпоследнее вау указывает на то, что это марфо битамо, так как это правильное множественное мужского рода. Или если это аль-асма аль-хамса, то же самое каля абугум. То есть абу, мы видим здесь там вау, то есть это вау показывает, что это слово положение рафа. И это фаэль. И также может быть в положении рафа признаком алиф, это в двойственном числе, да, аля радюляни, то есть здесь мы видим, вот после харфа лям стоит алиф, предпоследняя буква, да, это и есть признак рафа, так как это мусанна. Мусанна у нас такие положения. И везде, если по примеру мы посмотрим, да, у нас всегда после глагола глагол, и фаэль идет. То есть, как правило, между ними даже ничего не ставится. Да, то есть, как правило, между ними ничего не ставится, не разбивается. Так, здесь до этого момента вопросы, сестры, есть? Значит, это напоминаю аль-фаэлю аллахир. Да, то есть это отдельно стоящее имя. Раббука аль-му'минату аль-а'рабу аль-хавариюна. Вау. Абугум. Тоже вау. Раджуляни. Али. Сестры, вопросы есть? Плюс-минус? Нету. Остальных? Так, трое. Остальные не слушают? Эльзара слушает, Кульсум, Зилия, Абдулла, Катерина, Амина Умария, Ясмина, Манара, Фируза.
Гульнара. Остальные? Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пять человек спит. Да? Говорю, если есть вопросы или нет вопросов, плюс-минус. Есть вопросы плюс, нет вопросов минус. Кто спит, ничего не ставит. Угу. Так, хорошо. Раз, два. Еще три человека спят. Так, хорошо. Будем будить сонных людей. Так, следующее у нас аль-фаэль аль-мудмар. Это важно тоже уже к иэрабу, да, то есть фаэль аль-мудмар, то есть это дамир мудмар, да, то есть который выражается в виде дамира. Каля аль-мусаннифу валь-мудмару сна ашар. Да, то есть имеется в виду аль-фаэль аль-мудмар, и у него есть 12 видов. Нахву каулика, ну или не видов, а 12 вот таких форм. Значит, у него есть 12 форм. И здесь на примере глагола бараба матни мусанниф говорит, да, барабту, дарабна, вадарабта, вадарабти, вадарабтума, вадарабтум, вадарабтунна, вадараба, вадарабат, вадараба, вадарабу, вадарабна. То есть 12 как бы форм, которые бывают, да, вот может выглядеть вот так. Аш-шарху, объяснение. Лямма фараха аль-мусаннифу мин аль-калам аль-фаиль аль-дхахир, шара'а фи дзикри аль-фаиль аль-мудмар. То есть как только автор закончил слова про этот отдельно стоящий фаиль, да, про который мы говорили, он начал описание или упоминание фаэля, подлежащего, да, глагольным предложением, который выражен дамиром уже, местоимением. Вальфаэль ульмудмару ауид дамир, да, то есть вот здесь уже прям говорит, что альфаэль мудмар, фаэль выраженный дамиром или дамир просто, да, то есть можно сказать, это именно дамир, это местоимение. Гуалисму هو الاسم يقوم مقام الفاعل الظاهر. То есть, по сути, это имя, которое занимает место или функцию, да, берет на себя такую же, как и الفاعل الظاهر, как и явное имя. Просто мы привыкли, ну, явное имя, например, зашел Ахмед, да, то есть, ага, кто зашел Ахмед? Ну, как бы более так проще и самое первое, что наверное, упоминается, это вот какое-то отдельное имя, да, там. А ламир, например, вместо Ахмед, если он, да, зашел он, или он зашел, то есть уже как второстепенно, но это то же самое, то есть, по сути, просто выражается другим видом. Вагу аля науайн. Есть два вида. И теперь тоже важно, если мы посмотрим даже по этим примерам, ну, потом разберемся, что к чему, что есть два вида этого фаэль, который выражен ламиром, да, аль-мудмар. Бариз ва мустатир. Бариз, то есть, по сути, отдельно, ну, как бы, который проявляется, да, проявленный, и можно ее сказать, как в виде слитного вот местоимения, ну, с глаголами, которые, да, то есть это видимый, произносимый дамир, который будет с глаголом вместе произноситься, но писаться. Мустатир — это глагол спрятанный, который как бы подразумеваемый, он внутри глагола есть, но мы его не произносим, но подразумеваем, как бы, да.
Аль-фааль аль-мудмиру аль-барис. Теперь объясняется, что такое аль-барис, да? То есть вот этот вот написанный и произносимый слитно. Это аль-мусаннифу би амсилатин лиль-фаили, عندما يكون ضميرا بارزا متصلا بفعله. Да, то есть аль-мусанниф, автор, дал примеры для подлежащего, то есть этого аль-фа'иля, когда в роли этого подлежащего приходит слитное, явное, произносимое местоимение, да, которое соединяется с ним вместе с глаголом. То есть мы видим тут примеры, о примерах, например, барабы ту, да, то есть глагол бараба и ту здесь добавили, и так далее. То есть у нас есть слитные такие местоимения. Вагуа, но обратите внимание, здесь ну, практически все, которые мы увидим, они будут сюда бариза, но есть одни моменты, которые нужно обратить внимание. Вагуа тау льфаэль, то есть та, приходящая в роли фаэля. По сути, у нее тоже есть свои моменты. Здесь вот объясняется ниже. То есть та альфаэль — это все, что у нас есть ту, например, ти, та, да, то есть это все та альфаэль. И здесь объясняется, я сразу к нему верну, скажу, да, то есть это та ти ли далялати аля аль мутакаллим аль вахид, то есть та альфаэль приходит для указания одного говорящего, ауль мутакаллима вахида, да, или одной говорящей. Она дарабту, то есть говорящий кто? Я, получается, да? Дарабту, то есть я сделала это, я ударила, или я ударил. Это ту. Или сюда то же самое, тальфаль, может прийти только с другой гласовкой, но это тоже называется тальфаль. Тати или далялати аля мухатаб. Да, то есть приходит для указания на второе лицо, то есть кому обращается. Анта дарабта или аль-мухатаба, то есть второе лицо тоже женского рода. Анти дарабти, то есть ты ударила, да, ты ударил, ты ударила. Или тоже та приходит للدلالة على المخاطبين على المخاطبين вернее أو المخاطبتين, то есть чтобы указать на второе лицо двух кому обращается, или мужского рода, или женского, да, антуме даробитуме, то есть получается это как бы вы двое девушки, или вы двое мужчины, то же самое будет. Антума, дораб, тума. То есть вот это тума, мы видим, оно будет указывать на вот мухатабейни или мухатабатейни. Также тут вот это ту, да, имеется в виду вот та, потому что называется та альфаэль, вот эта часть. Чтобы вы понимали, именно ту. Ватати ли далялати аля джамаиль мухатабина. То есть приходит также для указания множественного числа второго лица. Да? Наху, то есть, например, антум дарабтум. То есть, видим, здесь тоже ту приходит. Да? Часто с даммой. Да, вот в первом у нас было с даммой, здесь дамма, здесь дамма, здесь было только анта, там, дарабта, антидарабти. И следующее, последнее, вот эти. Приходит ли далялати аля джама аль мухатабати, то есть для множественного числа второго лица женского рода, например, антунна дарабтунна, тоже ту. То есть, по сути, везде оно приходит как ту, только в случае анта и анти, тут другие гласовки. Ну, и здесь вот еще есть у них хвостики, там ма, да, тут мим просто, ну, присоединяется еще. То есть это у нас что? Ад-дамир аль-бариза. То, что мы видим, явно произносим, это та-уль-фа'ль, первое, что сказали. Второе, это на-аль-фа'илин. То есть на, в значении как мы, да, действующие, действующих лиц, как бы. Это
приходит лин мутакеллим, то есть для мутакеллим тот, кто говорит, для говорящего аль мутааддид, ну, многообразного, ну, как бы, множественного числа, да, для говорящих множественного числа, ауиль вахид аль муаззам нафсаху, или одного, кто возвеличивает себя, да, как, например, Аллах субхана тааля, да, в Коране иногда употребляет вот этот, вот эту форму, да, как мы, как форма возвеличивания, не форма множественная, но может быть, а форма возвеличивания. Наху, нахну дарабина, да, то есть это, как правило, в общем, это приходит как множественное для первого лица, но может быть, как и для единственного, как форма возвеличивания. Значит, это у нас на-эль-фа-илин. Далее у нас идет аль-алифуль-ислейн. Алиф-ислейн, то есть алиф для двойственного лица. Аль-алифуль-ислейн та-тили-даля-лити аль-аль-га-ибин. Аль-аль-га-ибейн. Для указания двойственного лица отсутствующих, то есть третьего лица. Двойственного числа третьего лица. Множественного. Двойственного числа. Третьего лица, да. Нахву аззейдани дараба. Тут дараба. Мы видим, приходит алиф с глаголом. Да? То есть здесь фаэль, это вот это алиф. Обратите внимание. Фаэль, именно вот это алиф. Это фаэль. То есть то, что идет после, то, что перед глаголом, это никогда не бывает фаэлем. То, что после него, да, вот это слитное местоимение, там было ту, тума и так далее, там на, вот алиф пришло. Вот эти лиддаляйти аляль-гайбатейни, то есть то же самое, только для женского рода. Аль-гиндани дарабата, то есть здесь тоже алиф. Вот это алиф показывает, что это, по сути, вот как и здесь. Только здесь между ними еще, ну, как бы, пришло та, про нее, вот, скажем, после. Аль-вау-ль-джама'а также приходит вот как абдамируль-бэрис, да, это вау для множественного числа с глаголами. Не забываем, это не для формы, да, лиц этих исмов, когда у нас там, например, аль-муалимуна, да, это не то, это с глаголами. Вау-ль-джама'а тати ли даляти аля льга и бина, да, для третьего лица показывает мужского рода множественное число. Аззейдуна дарабу. Вот это вау, это есть вау льдема. Вануну инес, да, и нун, вот последнее здесь, это бамируль-берис. Бамируль-берис, это нуну инес, то есть нун, указывающий на множественное число женского рода. Нун нисва еще ее называют. Тати ли даляля ти аля льга и бять. Да, показывает множественное число третьего лица женского рода. Наху аль-гиндату дарабна. То есть мы видим здесь нун. Это есть фаэль. Да, то есть фаэль у нас будет нун нисва фаэль. Бамир вот этот. فَكُلُّ مَا ذُكِرَ مِنَ الضَّمَائِرِ يُعْرَبُ فِي مَحَلِّ رَفْعِ فَعْلٍ. То есть смотрите внимательно, когда у нас там было просто, например, дахаля Ахмеду, мы скажем Ахмеду, это там фаэль, марфу, алям, тураф и дамма. То есть мы сразу говорим, что это фаэль, потому что это как бы, ну, в основе это оно есть, да, то есть явно, когда мы про кого-то говорим. Но когда это заменяется каким-то местоимением, это тоже фаэль, но в арабе это уже не совсем как прямой фаэль, это местоимение, которое стоит в положении фаэля, да, то есть оно как бы его заменяет, по сути, да, если я скажу «он зашел», то есть я имею в виду, как бы, кто он, его расшифровка, это, например, Ахмед, да, то есть как-то более есть конкретнее, поэтому оно идет, в арабе будет у вас, да, написано «Ярабу фи махаль рафа и фаэль». То есть оно на месте положения рафа фаэля. Да? То есть уже мы не говорим просто там фаэль, марфу, а фи махаль рафа и фаэль. Вот тут чуть другая будет формулировка. Ну,
смысл такой же. Потом все дамиры мы с вами брали, они идут мабни, да, то есть те слова, которые всегда мабни, они не изменяются, к ним относятся дамиры. И тут мы скажем, да, ли эннага мабния. Потому что если исм обычный, например, ахмеду, там, или, например, я скажу, муаллимун, да, или муаллимен, или муаллимин, то есть я тут вижу, ну, как бы изменения. На дамирах этих изменений нету. То есть он всегда вот такой, как там, дарабиту. Да, если я скажу дарабта или дарабти, это не потому, что там падеж какой-то другой. Это уже совсем другое. То есть они приходят всегда в одном статичном виде. И поэтому мы говорим здесь фи махаль рафа и фа и поясняем ленна мабни, да? Потому что они мабни. Так. Ну, чуть-чуть порядок. Я, например, бы сказала чуть по-другому. Не знаю, как там дальше сравнить. Например, бы было там ту дамир муттасиль мабни аля дамма фи махаль рафа и фааль. Вот в конце уже как бы да, фи махаль рафа и фааль. Ну, в принципе, то есть мы указываем, что это дамир, да, там муттасиль, например, можно сказать тааль фааль мабни аля дам, и потом объясняем фи махаль рафа и фааль, потому что то, что он мабни, уже мы скажем, это и стает его причиной, почему он фи махаль, а не просто фааль. Тубна аля ма сумиат алейхи, то есть этот фааль, да, например, ту, или та, или ти, или там дальше. Тубна, то есть оно строится, имеется в виду, что оно мабни, да, то есть оно как бы фиксируется, замораживается всегда. И мы это объясняем в Иарабе, что оно мабни, аляма сумиат алейхи, то есть на том, что мы слышим. То есть, например, мы слышим даму, мы скажем мабни аля дам. Видим тут, слышим фатху, мабни аля фатх, мабни аля каср. Да, то есть дом. То есть везде мы будем говорить, что на том, что слышим, и не то, что проявляется. Аля дом инкенет мадмуметен, да, то есть, ну, будет, например, мадмума, значит, это будет мабни аля дом. У аля альфатах инкенет мафтуха, да, если с фатхой она, значит, будет мабни аля альфатах. У аля алькасри инкенет максура, да, и если она с касрой, значит, она будет мабни аля алькасри. У аля сукун инкенет сякинетен, да, и будет мабни аля сукун, если она будет сякина. Фанакулю фи араби наху дарабту фиалюн мады мабни аля сукун. То есть у нас фиал мабни аля сукун, вот, да, сукун. Ва тау дамирун муттасилюн. Дамир мабни аля дам фи мах... А, вот как я вам сказала, видите, тут так вот пример. То есть здесь как объяснение они, хотя как и араб сказали. А по сути... Вот как я вам сказала, то я рада, вот так это будет более правильно и удобно. То есть здесь будет вот те, то есть вот это те, дамир муттасиль мабни аля дам фи махаль рафаин фааль, да? То есть вот такой разбор. Так. И. Идем дальше. У нас остался аббамир уль-мустатир, скрытое местоимение, да, то есть спрятанное. Это бывает у нас, ну, фаэль имеется в виду.
Если мы говорили про дамир бэриз, из этих форм, которые здесь упоминались, мы можем их подчеркнуть. Значит, здесь нэль фэлин год, дарабта там было, дарабти, дарабтума, дарабтум, дарабтунна. Потом у нас дараба алиф, дарабу, дарабна. Вот это все было. Смотрите, остались у нас что? Дараба и дарабет. Вот эти формы не упоминались. Эти формы не упоминались. То есть гуа и гия, где у нас было. Теперь возвращаемся. Аль-фа'илю дамируль мустатир. Аль-фа'иль, да, когда приходит как дамир мустатир. Фа-ин лям якуни аль-фа'илю исман ظاهиран, وَلَا ضَمِيرًا بَارِزًا. То есть, если фа'ль не проявился как отдельно стоящее имя, и никак вот этим слитным местоимением он не проявился, да, то есть мы видим, что это и не имя, и не слитное местоимение. فَهُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ. То есть, так, в этом случае он является скрытым, спрятанным этим местоимением. Да, то есть фа'ль, получается, выражается местоимением, но спрятанным. То есть мы говорим «кэтаба», мы уже понимаем, что это «гуа», но у нас нету слова «гуа» рядом, да, или чтобы на него указывало. Просто эта сама форма, вот минимальная, да, говорит изначально, что это «гуа». Вот она взяла за основу. «Валяйсят лягу уджудун лагерун фильтелям». Да, и есть, и нет у него проявления вот внешнего в словах. То есть мы это понимаем, но оно никак не проявляется в словах. Мы просто «кэтаба», это буквы глагола, но в нем он спрятан внутри, мы понимаем, что это «гуа», «кэтаба», да, там, или «ахмад», или еще что-то. «Ва-иннама юкаддару аля хасабиль маана». То есть это предполагается, оно согласно того значения, которое в предложении это приходит. Да? Например, «Зайдун захаба вагинду захабет». То есть «Зайдун там пошел», «Гинд пошла». То есть мы вот вспоминаем, что фаэль у нас после идет. То есть «Зайд пошел». Пошел, что тут у нас? «Гуа», он. Мы не пишем там «захаба гуа», да, просто «захаба». Уже у нас это говорится, что это он ушел. Почему? Потому что у нас вот это слово впереди стоящее мубтада, который «зейд», оно как бы нам подсказывает, что «гуа» — это вот «зейд», который там был впереди. Или «дагабет», ага, здесь у нас пришла «гинд» впереди, значит, это «гия» имеется в виду, да, спрятано. «Эй, зейдун дагаба гуа, ва гинду дагабет гия», да, то есть здесь «гия» в значении спрятано внутри глагола. وَالْفَعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ هُوَ. Да, то есть в арабе у нас будет, например, ذَهَبَ فِيَلْ مَعْضِ مَبْنِ عَلَى فَتَحْ. Да, وَالْفَعِلُ, да, или вот так, как здесь وَالْفَعِلُ, ну, например, وَالْفَعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ هُوَ. То есть أَفَعِلُ, здесь будет действующее лицо, да, подлежащее в этом предложении, будет ضَمِير, скрытый. تَقْدِيرُهُ, это обязательно тоже нужно сделать, то есть его значением вот этого скрытое местоимение предполагаемого, да, будет «гуа». То есть мы понимаем, понимаемое значение будет «гуа». То есть мы понимаем, что здесь «дэхаба», то есть «гуа». «Яуду аля зэйд фильфиалил -фил ауэль». Ну, это просто объясняется, да. Он возвращается к слову «зэйд» в первом глаголе, да, то есть в первом глаголе мы понимаем как бы из контекста, в контекст предложения или там в предыдущем, например, предложении, что здесь идет про Зайда именно, да, то есть, например, упоминали Зайда, соответственно, это «огу», а здесь Зайд. Вот «акдиру гия яуду аля гинд», да, то есть здесь у нас это возвращается к гинд, «филь фиали сани». Вот в этом предложении здесь это будет понятно, что это про гинд, то есть про девочку. وَلَا يَخْرُجُ تَقْدِيرُ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ عَنْ هَذَيْنِ فِي كُلِّ فِعْلٍ مَاضٍ. То есть в любом глаголе прошедшего времени «ضَمِير мустатир» не выходит за рамки вот, вот эти, да, то есть он может быть только в «гуа» и в «гия», да, то есть вот в этих только формах.
только в этих формах. И здесь примечание есть, пока до примечания дойду, здесь есть вопросы, сестры. Просто нет, сейчас примечание и закончим. Так, вопросов нет. Смотрите, хотела обратить ваше внимание, что, например, кто-то что-то спрашивает. Или это микрофон включился? Извините, пожалуйста. Да? Можно спросить? А вот если, например, Ихтару, это подразумевается же, что это я, вот это ум тоже как будет скрытый он? Ну, смотрите, здесь это говорится вам про, уточнили, фельдмалды. Это про прошедшее, это да? Про фельдмалды, да. То есть уточнение, что это про фельдмалды. Сейчас, да, про мудары здесь не упоминалось. Угу. Значит, у нас малды. Да, это про малды. И здесь еще такую пометку можно добавить, что в этих двух местах, хотя здесь оно есть, но здесь они будут... У нас еще есть такое понимание, как такдир. Джайз и такдир ваджиб. Джайз, то есть вот как раз, если в мударе, там это может проявляться. В мады это будет только джайз, то есть допустимый. Ведь мы можем сказать захаба просто, а можем сказать захаба Ахмеду, например, или захаба Зайду, да, то есть после. Тогда это был бы захир, фиаль захир. То есть гуа мы можем поставить какое-то имя. И он тогда был бы просто там фаэль марфо, а когда он есть, вот в такой форме, это будет ламир мустатир, например, джауэзен, это будет, ой, ну джауэзен, напишите мне, кто пишет сейчас, джауэзен, такдиругу, мустатир джауэзен. То есть он скрыт, он как бы допустимо скрыт, а может быть не скрыт, да, то есть у него как бы, ну, как бы, можно и так, джауэзен, так, у меня другой компьютер, я тут не сильно, так, джауэзен, да, джауэзен такдиру гуа, то есть его можно сюда поставить. То есть он допустимо, так? Допустим, и так. Если не будет, будет лагер, допустим. В том варианте, который вы сказали, ну, здесь сейчас почитаем пример, но там будет, например, азгабу, да, то есть азгабу, там у нас будет, мы не можем сказать азгабу ана, это уже будет, ну, как бы, это не будет фаэлем, это не будет в роли фаэля, так нельзя сказать. Соответственно, в этом случае будет, там будет, например, «Дамир мустатир такдиру ана вуджубен». Вуджубен, то есть обязательно, он никак не может быть лагером. Да? Если он может проявиться с лагером, как здесь, можно сказать «зайдун», а можно сказать просто «гуа», как бы внутри спрятать. Тогда это будет «джавазен». А если нельзя так сказать, как вот в настоящем времени с «ана», это будет уджубен, то есть он скрытый постоянно. Один вариант. Ну и пример, давайте, вернее, тенбих, вот это примечание. Иза тападдам альфа'илю аля фи'лихи. Да, если действующее лицо пришло перед глаголом, хараджа ан каунихи фа'илю. То есть он тогда как бы уже не является фа'илем. Или каунихи мубтада. Да, то есть он из положения фаэля переходит в положение мубтада. То есть тогда как член предложения, хотя он по сути, по смыслу, я вам вначале сказала, да, может, ну понятно, вот я скажу зайду дахаля или дахаля зайду. То есть одинаково по смыслу. Смысла особого там нету, да, там какой-то стилистический момент, там есть свои нюансы. Но по смыслу такому глобальному никакой разницы нету. Но в Иарабе это будет мубтада, если впереди. А если поставить в конце, значит, это будет уже фаэль.
Поэтому здесь внимательно. Стоит после, только тогда мы его разбираем. Или он слит нас с глаголом, как «бамир бэрис», да, вот этот. Или внутри спрятан на крайний случай. Или после стоит отдельным именем. Да? То есть мы не можем сказать, вот, например, предложение «зайдун захаба», что «зайдун» — это «файл». Да? То есть это нет. Это «муктада», это будет там «махаль хаба», допустим, «джумля фиалия». Так, например, «зайдун захаба», да, это как пример. Следующее, второе примечание. «Вау джамаа», «вау» для множественного лица, «тахтасу биль укаля мин аз-зукур», да, то есть «вау» для множественного лица, она особая, или используется только к разумным, или с разумными мужского рода. То есть когда мы говорим там «захабу», да, то это имеется в виду как «гум», множественное лицо, ой, множественное число этого мужского рода. «Вамина ляхта ашая», да, то есть частые ошибки, «каулюхум аннисяу гасалю сияб». Ну, да, вот такая ошибка, но это, по сути, часто используется в, ну, как бы в диалекте, это как нормально, это считается правило, часто говорят все на мужском роде, там, да, халю, загабу, а, там, редко услышишь вот эти формы женского рода. Ну, поэтому, если оно на литературный переходит, да, то часто эта ошибка проявляется. То есть, гуасалю, это неся женщины, да, то есть уже нельзя сказать, это как оно относится как бы к женскому роду, и неправильно. Значит, правильно будет «аннисяу гасальна фиябе», да, то есть «гасальна», здесь мы видим нуна лицо. Третье. «Алламиру мустатиру фильфиаль маады такдиру гуа аухия даимен». Ага, «уэстатир джавазен». О, смотрите, то, что я вам сказала, да, то есть он здесь будет всегда джавазен. «Алламиру мустатиру фильфиаль амар такдиру гу анта», то есть «фиаль амар» в единственном числе это будет «анта». Да, то есть, ну, мужскому роду, то есть «иди», «изгаб», «удхуль», там, и так далее, да, то есть мы говорим «ты это сделал», как бы, да, «ты», или там, «вык» единственное число в арабском, нету разницы, то есть всегда будет «вуджубан», то есть в повелительном наклонении мы не говорим, ну, как бы, какого-то слитного местоимения у нас не бывает. Или мы не говорим «удхуль анта», да, то есть это будет уже, ну, это не будет фаэлем, по крайней мере, да, то есть если там его какой-то рассматривать, то есть это не будет фаэлем. «Адламир», следующий, «адламир он мустатиру фильфиаль мубаре». Вот как раз то, что там спрашивали. «Яхталифу бихтиляфи харфиль мубаре». Да, то есть это «адламир», скрытый, будет в зависимости от того, какой там хармулария, ну, как бы подсказка, как хармулария, но не всегда. Да, то есть, например, аль-мабдуа биль-гамза, то есть, если мы видим в начале гамза, как, например, там, азхабу, да, мы видим, у нас гамза впереди, то есть, это будет такдир ана, то есть, подсказка, да, азхабу, то есть, мен ана. Мы когда учим спряжение глагола, да, мустатир вуджубан. То есть здесь вуджубан. Почему? Потому что нельзя сказать после него местоимение никогда, да, а мы не говорим азгабу ана. То есть это не будет файлом. Аль-мабдуа бин нун. Если начинается на нун, да, то есть если гамза это ана, если на нун, такдир будет нахну, там назгабу, да, и здесь тоже вуджубан. То есть не, мы не говорим назгабу нахну. Аль-мабдуа билья, вот если билья, уже здесь ядрибу мударя, да, у нас здесь очень внимательно, что по сути, если у нас оно будет как идти как исм вагер после него, да, то уже он может быть или, например, ахмеду после него, ядрибу ахмеду, да, или может ядрибу как гуа внутри. И вот если этого ахмаду нету, значит он будет такдир гуа, и это такдир джавазин. Почему? Потому что вместо него можно сказать какое-то явное имя. Да?
Аль-Мабду обитает Танис, если Танис, если начинается на Танис, то есть та для женского рода, Тадрибу, да, Такдиругия, то есть в этом случае мы видим Такдиругия, и тоже будет джавазан, как и здесь, то есть можно сказать там Тадрибу Марьяму, да, или Тадрибу, то есть Гия имеется в виду. Обратите внимание, у нас идет вот это следующий пункт. Аль-Мабду обитает Аль-Мухатаб, то есть когда это та добавляется, здесь та, Танис, как для женского рода, да, и та для Анта, у нас форма одинакова будет. Да, вот тоже Тадрибу Анта и Тадрибу Гия будет также, да, относиться к нему. Вот Гия мы здесь можем сказать Тадрибу Фатимату, например, да, Фатима там Тадрибу, не знаю, кого там, Кельбан, бьет там какую-то собаку. А если Тадрибу уже как Анта относится, то уже мы не можем сказать Тадрибу Анта Кельбан. Здесь только Уджубан. То есть здесь Джавазан, а здесь Уджубан. То есть в этом будет разница. Ну, в принципе, все. Здесь это все в виде таблички. Потом я араб. Единственное, что еще хотела один нюанс вам дополнить, уже чуть задержалась, что вы обратили внимание, что фиаль-мады у нас вот в этих формах, которые вам не подчеркнула, да, здесь про него понятно, получается, фиаль у нас дамир мустатир, там, джавазан. Здесь тоже дамир мустатир джавазан, но у нас здесь вот это та. То есть не путайте та с вот это ту, та, ти. Все, что относится к та, аль-фаэль, пометьте себе, это всегда с какой-то огласовкой. То есть это та, ту, ти. Если у нас приходит ц, это уже просто харф, это не дамир. То есть это как будто дополнительная буква, ну, условно, та марбута у глагола, которая просто указывает, как бантик такой, показывает, что фаэль будет женского рода. Но это не дамир. Вот это та, это харф, да, харф танис, как бы указывает на женский род. Но это не дамир. Поэтому не путайте вот это ту, та, ти, или вот ту, то, что здесь было, с вот этой та. Потому что оно может быть смешано из-за того, что тоже это буква ц. Да, и может быть вот такие какие-то вопросы возникнуть. Хорошо. У кого-то вопросы есть на данном этапе? Вопросов нет. Смотрите, сестры, здесь у вас идут две странички араб. В принципе, я думаю, мы с вами... ну, да, легкая тема, говорит. Ну, да, кому-то легкая. Может, кому-то показалось твердое. Ой, твердое. Трудное, может. Кому-то легкое. Ага. Ну, смотрите, вот этот иараб вы дома самостоятельно почитаете. Опять же, если будут вопросы, зададите. Ну, эти моменты, они все были у нас в уроке, да, там я вам объясняла. Ну, они собраны вот в одной, так, в двух этих страничках. Себе даже перепишите в тетрадь, но перепишите не просто скопируйте, а перепишите, вот прямо рассматривая каждое из них, и возьмите какой-то еще пример свой, там, например, Катаба. Также проспрягайте, одну вот этот смотрите, и свой пример напишите, и на основе него потом сравните, правильно ли вы поняли, да, то есть там то же самое будет, по сути. Ну, там будут какие-то моменты, которые мы не упоминали, возможно, дополнительно. Ну, и у вас будет упражнение после этого сделать. Хорошо, на этом закончим наш урок. Если вопросов нету, баракаллаху фикунна, субханака валлаху бихамдика, ашхаду ля илляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.